Я считаю, что это драконовский закон, не предусматривающий прав тех, кто, как мой папа покойный, вот теперь такое классическое место, я должен воздеть руки к небесам, сказать, слава Богу, он умер, он не застал эти времена. Мне было бы очень стыдно выпрашивать для моего папы, прожившего целую жизнь битвы за это государство, чтобы ему заставляли выходить на улицу и курить. Я считаю этот закон драконовским, я к нему отношусь с неуважением, но как законопослушный гражданин. Неуважение это внутри меня. Я выхожу и курю там, где обозначено. Мой папа не стал бы. Он был, в отличие от меня, показного бунтаря, был бунтарем всегда. Я считаю закон оскорбительным для людей, подобных Михаилу Боярскому, народному артисту России. Я считаю оскорбительным неучитывание их интересов, ну, говоря газетными словами. Я считаю уничижительным по отношению к тем, кто не видит своей жизни без курения. Нельзя этих людей подвергать сегрегации, релингации, удалению, оскорблению. Нельзя делать так. Нельзя это делать так. Нельзя людей унижать. И так жизнь сложна. А вы еще лишаете людей. Я отношусь к этому закону с ненавистью. Но я понимаю при этом, особенно говоря ли это для РБК, каналу, который приучает людей жить в цивилизованном обществе, ненавидит этот закон. Если его приняли, я буду его соблюдать.